2023 в Беларуси реализовано 19 инициатив «Один район, один проект». Создано более 1000 рабочих мест. Темп роста инвестиций в основной капитал почти 115%. Затраты на приобретение машин, оборудование увеличились почти на треть к уровню 2022. Идет активная модернизация, технологическое обновление предприятий. Второй этап республиканской профилактической акции «Безопасность в каждый дом» по предупреждению пожаров и гибели на них людей проводится в Могилевской области. Сотрудники МЧС напоминают о важных правилах в торговых объектах, общежитиях предприятий и организаций, местах с массовым пребыванием граждан. Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 1 марта по адресу Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте бобруйск.бай. В Бобруйске проходит республиканский молодежный информационно-просветительский проект «Поштовка Бел». Каждый житель до 21 февраля может заполнить почтовую открытку с календарем на 2024 и приглашением на предстоящие выборы, а после отправить любому адресату в Беларуси. 17 февраля с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение жилищной политики, градостроительства, связи, транспорта и коммуникации. Также разговор коснется вопросов контроля за исполнением документов и работы с обращением граждан и юридических лиц.